А ты что так громко делаешь? Тоже... Здравствуйте! Это канал Бородач ТВ. И в нашей студии Юнга. Ты Юнга? Кто-то там, да. Боцман. Боцман Дмитрий Гарин. И капитан наш... первого ранга. Женщин на корабль вообще не принято брать. У нас все принято. Нас всем можно. Здравствуйте. И я. Сегодня мы решили поздравить. Подожди, Мичман Бородач. Ты меня не представил. Мичман Бородач. У нас все сурово. Мы решили сегодня... поздравить с этим замечательным днем, днем защитника. Что это такое? Не побоюсь этого слова, отечество. Отечество. Да, и самое главное, что с нами главная по подарке в городе Кристина, представительница салонов Азалия. И вот она нам презентовала маленькие приятные сюрпризики. Да, ну можно было и воблу, конечно, притащить. А я хотела, кстати, и воблу притащить. Машинка с воблой, это очень актуальный подарок. Еще не все это, как говорится, знают, что можно еще такие машинки-то купить своим. Кристина, ты ряженым, ряженым. Подождите, подождите. У нас 90 суток автономки. Мы я сейчас берега не видели. Поздравлю всех мужчин. Всех-всех мужчин, защитников наших, любимых наших, замечательных, прекрасных мужчин с праздником 23 февраля. Будьте счастливы, здоровы, будьте любимы, любите. Будьте, я не знаю, чтобы все-все ваши желания исполнялись, чтобы этот день принес вам только позитивные эмоции и море-море подарков. Привезла подарки молодым людям и да, вот попала на вкусный огонек, как обычно. Так, ну теперь от нас, серьезно уже. Серьезно, мы хотим поздравить всех защитников Отечества с этим знаменательным днем, поблагодарить тех, кто сейчас находится на службе и пожелать... скажем так, хорошей службы, хороших, отличных, мирного неба. Возвращайтесь, вас ждет семья, ваши любимые. Ну что? Начинаем праздновать. Открывайте! Ура! С праздником! С праздником!